С 21 по 25 апреля в стенах Казанского федерального университета проходит школа исламского бизнеса, экономики и права, предпринимательства по шариату, от халяльного продукта к исламскому бизнесу. В ее рамках участники слушают лекции, разбирают бизнес-кейсы, проводят практикумы, круглые столы и дискуссии. Мероприятие ежегодное, мы пятый раз уже проводим эту замечательную школу. Собирает она представителей практически с большинства регионов Российской Федерации, с ближнего зарубежья. А в качестве преподавателя у нас приезжают спикеры из зарубежных стран. Мы в тесном партнерстве находимся с Бахрейном, с Малайзией. Приезжают специалисты у нас из Австрии. Организаторами школы выступают Казанский федеральный университет, Ассоциация предпринимателей мусульман Российской Федерации, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Российский исламский институт. Ежегодно школа поднимает самые разные темы, касающиеся исламского бизнеса и права. Мы в этом году занимаемся вопросами шария комплайенс, то есть оценки соответствия бизнесу нормам шариата. Попросту говоря, нужно ответить на вопрос, если ты ведешь бизнес по исламским правилам, как измерить это соответствие. Проект школы исламского бизнеса, экономики и права является уникальным для всего постсоветского пространства. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетяров, Универньюз.